Привет, Катюша. Сабина Ташкенбаева. Узбекистан. Максим Родригес. Что-то мало в этом сезоне популярного автора в художественной гимнастике. Ну, может быть, еще мы не всех видели просто. Не все девочки приехали. Мы сейчас видели бумеранг. Это обязательный элемент предмета, который должен быть в упражнении с лентой. Если он выполнен с двумя критериями, то стоимость этого элемента предмета 0,3. Еще мы не сказали про эшапе. Да, это эшапе, змейка, спиралька, эшапе и бумеранг. Это обязательные базовые элементы, которые обязаны быть в упражнении с лентой. Вот сейчас как раз-таки выполнено было эшапе. Тоже очень красивая танцевальная дорожка. Молодец. Очень артистично выполнила свое упражнение Сабина. И для нее вместе с четвертым финалом этот гран-при заканчивается.